Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас тема хейтеры. Хейтеры, в принципе, они есть на каждом канале, у всех, у кого есть YouTube каналы какие-то другие, да? И давайте же разберем, кто же они такие и откуда они берутся. В первую очередь, конечно, хейтеры — это такие люди, это такой человек, который живет плохим. То есть он не думает о хорошем, там не просыпается с утра: какое солнышко, я счастлив. То есть тут нет, тут такого нет. Это человек, в принципе, который, возможно, живет в депрессии, у которого все плохо. То есть, и, соответственно, он все свое вот это вот плохое, негативное старается донести до вас. То есть до тех людей, у которых, в принципе, в жизни все довольно хорошо. И поэтому он там пишет всякие гадости. Там у тебя канал плохой, ты выглядишь плохо, там ты это. Да, и, как правило, люди... Мне кажется, очень многие люди просто удаляют свой канал, потому что это неприятно читать постоянно, это неприятно слышать, видеть. То есть, ну, действительно, это неприятно. Вот, то есть такой человек, плюс он, допустим, живет в какой-то семье, и своей семье он точно так же донимает свою семью. Ну, в основном так. То есть, ну, в моей жизни, допустим, это у меня бабуля. Она вот как хейтер, она все время все плохо, надо какую-то сказать гадость, я в этом жила. Это очень тяжело, это очень сложно общаться со своим родным человеком. А тут получается абсолютно чужой. То есть это у нас с вами первый пункт. А как они появились на вашем канале? То есть у вас канал, когда начинает развиваться, то есть на него заходит много людей, и, соответственно, вместе с ними попадают и хейтеры. То есть, как это происходит? Вы начинаете, допустим, ищете взаимных подписчиков, да, вы пишете, то есть, комментарии под такими же каналами начинающими, как и вы. Либо под какими-то большими, то есть, ваши комментарии видят. Ой, интересный канал, дай-ка я туда зайду, заходит, смотрит, ой, да, она там какая-то плохая, и началось. И все, и понеслось, и они там пишут. То есть, именно они появляются, когда у вас канал развивается. Если у вас не развивается, просто пустует, вы только что создали канал, да, загрузили видео, но тишина. Ноль просмотров, ноль, там может быть один, два, три, там ноль, то есть нету развития канала. То есть о вашем канале просто никто не знает. Поэтому там и нету хейтеров. Также, конечно, в этих же хейтерах есть плюсы. Во всем вот этом глобальном огромном минусе нужно исчерпнуть плюсики. Они есть. И по большому счету, то есть хейтеры, когда появляются на нашем канале, в какой-то степени это хорошо. То есть они нам с вами помогают развить канал. То есть они, кто еще вам скажет, допустим, что вы ходите в одной и той же постоянной майке, или видео снимаете в одной и той же майке уже целый год и не меняете ее, или, допустим, у вас плохой фон. На фоне, допустим, у вас там какие-то гладильная доска, там, с грязным бельем, например. Ваши там взаимные подписчики, они скажут: блин, все супер, ничего страшного, там грязные трусы твои нам совершенно не мешают. То есть, да, они же не скажут. А хейтер это заметит, да? И, то есть вы попытаетесь уже исправиться. Вы подумаете: блин, а действительно, а что, я не могу убрать это белье, например, да, там? Или где-то там снимать свою... какой-то там информационный влог, да, где-то снимать, может быть, в другом месте квартиры, может быть, у меня там почище все-таки, или там я же могу одеть другую майку, действительно, я же могу, там я не замечаю уже просто, там вроде привык, да, одевать одну и ту же, а дай-ка я одену другую. То есть, ну, из этого есть плюсы, их можно найти, или, допустим, у вас плохой звук, да, вас плохо слышно, ну, взаимным подписчикам, честно, им пофигу. Они просто чисто так вот посмотрели видео, там, да, он там пошел погулял, где-то там сходил, погулял, все. Он пишет: ой, все супер, спасибо, что вы меня взяли с собой погулять, я с вами погулял, мне все понравилось, все супер, там лайк поставил, все, и он убежал. По сути, это происходит вот так вот. Вот, то есть взаимные подписчики. Есть подписчики, которые просто вот подписчики, знаете, вот он просто кругляшок, например, да, буква «С» написано. Вот этот вот человек, он будет самым настоящим вашим подписчиком, который будет любить вас и смотреть ваши ролики до конца. Вот именно вот этого человека при развитии канала, когда вы будете писать везде комментарии, нужно будет где-то откуда-то там с другого канала сцапать, перенести к вам. Вот. И вместе, конечно, с хейтером.
Так, следующий, конечно, момент. Бывают хейтеры постоянно пишут, да, то есть как от них избавиться. Некоторые люди, ну, уже все, допустим, поменяли, одели новую майку, поменяли фон, там, нарядились, накрасились, да, но хейтер продолжает все равно пишет, как от него избавиться. Никогда ему ничего не отвечайте. Не надо отвечать, да я там хожу постоянно, да эту майку я стираю, да это там не грязные у меня совершенно трусы, там, допустим, на заднем фоне были, да, там, да у меня дома вообще чисто, да у меня идеально, не надо ничего им отвечать. Вообще не отвечайте. То есть, ну, пишут. Ну, если вам хочется, читайте их сообщения, но отвечать ничего не надо. То есть должен быть полный игнор. Им просто в какой-то момент, да, может быть, это пройдет месяц, может, это меньше месяца пройдет, им надоест писать впустую. Вот. Ну, представляете, вы, допустим, в пустую стену начнете забивать гвоздь. Ну, бьете эту стену, бьете, ну, а толку-то нет. Если гвоздь, он хотя бы забьется, да, то есть вы можете повесить картину, то тут смысл. Пусто. Ну, не знаю, может, я привела, конечно, не очень пример, но напишите свои примеры в комментариях. Вот. То есть, ну, именно вот игнор, он потом просто сам исчезнет. В какой-то момент вы увидите, о, нету. Кайс, слава богу. Вот, то есть, ну, либо можно еще добавить именно в черный список, ну, на YouTube такое есть. Берете там ссылку и добавляете сюда в черный список, но, по-моему, в черный список добавляется только дня через 2, через 3. Не знаю, по крайней мере, это раньше так было. Ну, вот. Ну, по крайней мере, писать он вам не будет. Либо ему станет обидно, он создаст другую страницу и начнет еще вам писать, вот, либо что-то такое. Вот. Ну, и также, конечно, я хочу рассказать плюс мою историю с хейтером. Когда я создала канал, конечно, у меня было первое время 0 просмотров, 1, 2, 3, 0. То есть, ну, как-то это было все вот так, никто не смотрел, никому было ничего не надо абсолютно. Конечно, я не понимала на тот момент. Потом начала пытаться развивать свой канал, и ко мне, ну, начали смотреть люди немножко, да, там было где-то 5 просмотров, там 7, как-то вот так. И попала женщина-хейтер. И начала мне писать. Поначалу, честно говоря, я не поняла, что это хейтер. Мне казалось, что это просто женщина пишет свою историю. Причем там была история со взрослым сыном, а моему ребенку на тот момент было около годика, наверное, где-то вот так вот плюс-минус. Ну, маленький был совсем. Вот. А тут получалось, что у нее история со взрослым сыном. И она писала, как ее сын ненавидит, как он не хочет с ней общаться, что она там что-то к нему приходит, его обнимает, а тот отворачивается. То есть, ну, мне вот это вот больше всего запомнилось. Я так думаю, блин, бедная женщина, то есть она воспитала своего ребенка, да, вот так вот все происходит. Я ей отвечала и пыталась помочь как-то. Ну, в принципе, я такой человек, я пытаюсь помочь всем. Я люблю помогать. То есть, ну, что игнорировать. Она все писала. А потом она однажды написала, мол, это я не свою историю рассказываю. Я рассказываю твою историю заранее, которая будет у тебя в будущем. Типа то, что я внешне выгляжу не очень, значит, мой сын, когда вырастет, он будет за это меня не любить. Вот, то есть, блин, мне было так обидно. Боже, это было очень сильно больно, это очень было больно. Как бы, ну, мы рождаемся такие, ну, блин, ну, все рождаются разные, да, разной красоты. Кто-то прям очень красивый рождается, кто-то не очень, да, ну, мы такими родились, мы не стали такими, а такими родились. То есть, ну, бывает жизнь, конечно, разная. Вот, и потом в какой-то момент, ну, так же, конечно, я из ее текста взяла свои минусы, какие у меня были, что у меня было не так, перевела их в плюсы, немножечко поменяла канал в какой-то степени, и потом просто начала игнорировать. Она писала каждый день, потом начала через день, потом там через 3 дня, и потом просто она исчезла. Вот, и все. Я ее добавила в черный список, но она продолжала все равно писать. Потом я от другого совершенно канала узнала, что, оказывается, вот эта женщина, у нее есть свой канал. Кстати, мне так интересно, какой же там канал был. И у нее на канале какие-то проблемы, и поэтому она возненавидела остальные каналы, у которых пошло развитие, и просто всем писала. Вот. Ну, может быть, конечно, это и не она, а может быть, и она, не знаю, неизвестно. Вот. Ну, такая вот у меня была история. И, ну, с одной стороны, конечно, неприятная, ну, и заодно я узнала свое будущее в какой-то степени. Можно сказать, что хейтер мне погадал. То есть вот. Вот такая вот. Напишите свои истории, какие были у вас истории с хейтерами. В принципе, после этого
У меня канал уже 2017 года, за это время уже практически не было хейтеров. Сколько раз я уже развивала свой канал, особо так это не попадаются. Так, могут там что-нибудь гадость какую-то написать, так это просто там 2-3 там слова, и все. То есть, ну, потом больше не пишут, не пишут постоянно, слава богу. Вот. Напишите свои истории, какие были хейтеры у вас, как они вам помогли измениться, помогли или нет. Вот. И также смотрите мои другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествия наши, архитектура. Также обзор на технику, обзор на продукты. У меня очень много там просмотров. Обязательно посмотрите. И с вами был канал ArtMania. Всем пока-пока.